Рассеянные с улицы бассейны. Когда рассеянность – это норма. По рекомендациям подруги, что-то прочел в интернете, может оказывать вот это негативное влияние. То есть это неправильная самопомощь, а какая же правильная? Сегодня в программе «Вкусно и красиво». Собираем продуктовую корзину для красивого и безопасного загара. Ликопин обладает выраженными противовоспалительными свойствами. И недаром вот эта жирная морская рыба водится в море, на берегу которого загорают люди. Чешутся глаза. Как отличить аллергию от серьезного заболевания глаз? Намного опаснее, чем аллергия. И лечить его намного сложнее. Примеры того, как нужно вести личную гигиену. Осторожно, солнечный удар. Чем солнцепек грозит здоровью сердца? Потом выходит калий, натрий, магний. Итак, что же надо делать, чтобы не иметь солнечный удар?